Здравствуйте! Рада приветствовать всех, кто смотрит это видео. Сегодня я хочу приготовить салат из тунца с миксом листьев салата, с добавлением свежих овощей, помидоров, огурцов, с отварным яйцом. Заправка здесь будет на основе оливкового масла и лимонного сока, поэтому этот салат будет не только вкусным, но еще и полезным. Давайте вместе приготовим этот салат с тунцом. Надеюсь очень, что он вам тоже понравится. Использую микс салатов. У меня здесь романа, фрисе, радичо, кроме того, помидорки черри, свежий огурец, 3 отварных вкрутую яйца, баночка консервированного тунца, сок лимона, оливковое масло, соль и перец. И сразу порежу огурчик. Я его разрезаю вдоль на 2 половины и режу на такие ломтики. Помидорки черри разрезаю просто на 2 половинки. Яйца режу пополам вдоль и режу их на полукольца. Хорошо использовать также отварные перепелиные яйца, тогда их можно просто разрезать на половинки. Делаем заправку. Для этого я отливаю с консервированного тунца в отдельную мисочку сок, примерно 2 столовых ложки. Добавлю сюда сок лимона, тоже примерно 2 столовых ложки. Наливаю 2 столовые ложки оливкового масла. Солю по вкусу. Перчу. Все перемешиваю хорошенько. И заправка готова. И теперь я начинаю собирать салат. Для этого я в блюдо укладываю заранее вымытый, порванный руками или порезанный салатный микс. Поверх листьев салата укладываю кусочки тунца. Затем кусочки помидорок, огурец и кусочки яйца. И теперь осталось полить салат сверху, приготовленный заранее заправкой. Итак, салат с тунцом, яйцом и овощами готов. Подавать его нужно сразу же, пока овощи не пустили сок. Салат получается не только красивым, аппетитным, но еще и вкусным. Кроме того, он легкий, но при этом сытный. Советую попробовать. Желаю вам, как всегда, приятного аппетита, хорошего здоровья, всего самого доброго и до новых встреч!